Противоположности точно притягиваются. Связующей нитью для студентов БГПУ стал танец. Надежда Галиш учит математику и информатику. Ее партнер Станислав Пустоленко – историю. Разные науки для будущих педагогов – не преграда. Знакомы с первого курса, бойцы одного отряда и на святочный бал решили пойти вместе. Да, почему бы и нет, решили сходить на изысканное красивое мероприятие. Мы просто посовещались, какую мы хотим надеть одежду, чтобы она сочеталась. Да и, в принципе, какие базовые знания, например, о как танцевать, что из себя представляет вальс, у нас уже были. Да, еще мы посовещались, что мы в 11 классе танцевали вальс на последнем звонке, и мы подумали, что этого хватит, в принципе. Сопровождали гостей лакеи. В роли одного из них студент Амурской медакадемии Меджид Казумов. Первокурсник не только участвовал в организации бала, но и получил шанс открыть праздник классическим вальсом. У каждого свои обязанности было. Кто-то именно сновкой танцем занимался, кто-то музыку выбирал, кто-то зал готовил. Я участвую с прекраснейшей девушкой по имени Милана. Вы увидите потом. Я как поступил сюда, начал заниматься. В группу меня пригласили, называется «Freedom». Там мы танцуем в основном современные танцы. Святочный бал в Амурской столице прошел впервые. По инициативе Амурской медакадемии поддержала организаторов городская администрация и больше 150 студентов Благовещенска. Закончился классический святочный бал неожиданно – дискотекой. В тех же вечерних платьях и костюмах, но под уже современные композиции. Кристина Слепцова, Александра Матошина, Виталий Антонюк. Программа «Город».